В субботу, 9 июня, в рамках празднования Дней города 2012 в Нарве, на территории Нарвского замка проводилась уже полюбившаяся горожанам и гостям города акция «Сбежавшие невесты». В этом году было зарегистрировано 77 участниц, тогда как в прошлом году их было 66. Участницы приехали из разных уголков Эстонии и представляли Їхви, Кохлоярви, Ольгина, Мустве, Раквере, Таллин и, конечно же, Нарву. Акция «Сбежавшие невесты 2012» началась с дефиле участниц, которое поставила хореограф Елена Кисин. Победительницами предварительных забегов стали Алена Яруцкая, Татьяна Ипполитова, Марина Лахна, Анна Филимонова, Елена Сиротина, Ирина Паничева, Виктория Степанова, Олеся Нерги, Любовь Кузьмина. После предварительных забегов стартовали победительницы. Самой сбежавшей невестой стала Любовь Кузьмина, бежавшая в последнем предварительном забеге, но это не помешало ей победить. Everybody's got a tale to tell. Like 100 guys.